Тщательная проверка звука и акустики в концертном зале. В Бишкек приезжает звезда советской эстрады Роза Рымбаева. Это не первый ее визит в столицу Кыргызстана, и каждый концерт – праздник для многочисленных поклонников. На этот раз бишкекские гастроли проходят накануне дня рождения певицы. Турне по городам бывших союзных республик так и называется «Мой день рождения». Кто себя посвятил, он уже ни о чем о другом не думает и полностью себя отдает своему делу. Я счастлива, например, что я езжу, что меня встречает публика, что у меня есть зрители. В каждом городе я могу смело выйти с ними, разговаривать на одном языке. На языке песни, на языке дружбы, на языке музыки. Почти все песни программы новые. Композитор Еркен Интекбаев – постоянный спутник певицы на гастролях. Творческий дуэт сложился 15 лет назад. За это время музыкант и примадонна научились понимать друг друга с полуслова. Вот и сейчас Еркен точно знает, что подарить своей коллеге на день рождения. Моим лучшим, скажем, подарком, ну, это будут, конечно, это новые-новые песни, новые-новые мелодии, новые идеи. Звездную карьеру певица начала более 30 лет назад. Путь к музыкальному олимпу был сложен и тернист. Розу Рымбаеву часто сравнивают с Аллой Пугачевой. Обе артистки удостаивались премии Гран-при на фестивалях в Болгарии. «Любовь настала» эту песню в советское время исполняли многие, но только Роза Рымбаева смогла придать мелодии неповторимую нежность. Песни на казахском языке понятны поклонникам в России, а русские песни давно стали хитами в Казахстане. Любовь, преданность и дружба – вечные человеческие ценности. Роза Рымбаева воспевает их и в своих новых композициях. «Потерянная мечта», «Есть ты у меня» – эти песни бишкекчане услышали впервые. Свой день рождения, 28 октября, певица отметит на сцене в родной Алма-Ате. Она по-прежнему полна творческих планов и уже с нетерпением ждет новой встречи со зрителями.